Уважаемые биробиджанцы, все мы прекрасно знаем об угрозе коронавирусной инфекции. Сейчас самое время проявить ответственность к окружающим и появляться в магазинах и людных местах в средствах индивидуальной защиты. Сотрудники супермаркета «Шан» уже к этому готовы. Весь персонал «Шана» работает только в средствах индивидуальной защиты, в масках и перчатках. Возле касс на пол нанесена специальная разметка, чтобы соблюдать необходимую дистанцию в 1.5 метра между покупателями. В продаже всегда имеется антибактериальное мыло и салфетки, средства личной гигиены. Кроме того, регулярно осуществляются поставки продуктов питания первой необходимости по специальным ценам. Два супермаркета сети «Пенсионер» осуществляют доставку на дом инвалидам и пожилым людям. Убедительная просьба, если вы можете сами прийти в магазин, оставьте доставку тем, кому это действительно необходимо. Давайте беречь себя и близких по возможности. Оставайтесь дома, появляясь в магазинах и людных местах, носите средства индивидуальной защиты, маски и перчатки.